Прикоснуться к казачьей культуре можно было еще до начала концертной программы. По традиции коллекционер и знаток истории Борис Берендюков рассказывал участникам вечера о редких видах холодного оружия, которое в разные годы использовали казаки. Командирам умельцы делали вот такие вот кортики. Чем интересен здесь, вот вверху красная звездочка, а вот здесь стрелка, это как земной шар, стрелка, указывающая, что прошли от Москвы и до Берлина. Именно с казачьей заставы и крепости прочный окоп, расположившейся на берегу Кубани, началась история нашего города. Казаки Армавирского районного общества и в наши дни продолжают славные традиции предков. В прошлом году мы отправили вооруженные силы из нашей среды 9 молодых парней, 12 человек маленьких человечков отправили на учебу в кадетские корпуса. Школа казачья у нас есть, школа-интернат. И теперь бывшее 5-е училище, колледж, тоже казачий. Добровольные дружины патрулируют улицы и следят за порядком как в городе, так и в сельских округах. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. С каждым годом растет количество казачьих классов. В городе Армавире создано более 20 классов казачьей направленности, где обучаются в том числе истории казачества, истории культуры и быта этого народа наши дети, наши школьники. Раньше, особенно школа-интернат номер один, разболтаны, казалось бы, мальчишки. Да, у них трудно, в жизни приходилось. Сейчас они подтянуты, они традиции казачества принимают, четкий шаг. Все это ведет к добру. И пусть будет так. Вечер казачьей культуры – это всегда настоящий праздник для зрителей. Как говорится, веселые привалы, где казаки – запевалы. За многовековую историю сложено много песен о боевых походах, неукротимом бойком характере казаков, о товарищах и, конечно же, о казачках, чья любовь помогала выстоять в бою. А за этим ручеечком Любушка живет. Эх, Люба, Люба, Любушка моя, если меня любишь, поцелуй меня. Большинство песен кубанских, донских, черноморских казаков хорошо известны армавирцам, поэтому многие с удовольствием подпевали артистам. Голоса такие все задорные, веселые. Мы очень довольны и счастливы. Знаете, мы выросли здесь. Поэтому мы пропитаны с детства, и мы очень рады, что возрождается все. Свое мастерство зрителям подарили вокальные ансамбли и хореографические коллективы, такие как «Казачий круг», «Казачья песня», «Родные напевы», «Раздолье», «Ровесник» и другие. А программу фестиваля «Многонациональный Армавир» продолжит еврейская национальная община. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».